Однорукий, одно слово. Третий раз уже переезжает. Три раза кидал, никак, нет. И снова никак, блядь. Кино и немцы, и... Это двухсерийный фильм можно снимать. Лицо нашего канала. Игорёк дает жару. Вот 10 раз говорил, один раз надо поднять гидравлику. Не, чуть-чуть приподнимет, а я подъехал, еще приподнял. Специалист. 3 года учебы на тракториста. Что мне ему подсказывает? Он меня учит ездить. Механизатор широкого профиля. Сказать-то нечего. О, я говорю. Да, все три сейчас в одну эту, и будет все нормально. В один ряд. И они как раз... За один раз. Снимусь, посмотрим, как он. Ему ничего не буду говорить. Посмотрим, как он запихает их. Они 1,20 м и 3 штуки не вылазят. И приходится в шахматном порядке ставить. А он сейчас запихает. Так, так-то он их прижать, они войдут, но просто, что их потом
не выгрузить будет. Разопрет борта, упрутся и... Ну вот, не подъехать с разгона, видишь? Места мало. Игорек чудило еще тот. Сейчас он накиповали в магазин. Свезем. Сейчас это развезу и поеду в магазин. Магазин у нас покупает. О, я про это и говорю, что опихать будет. Не вылезти. Сейчас посмотрим, что будет делать. Нет. Вылезает. Ага, что-то толковое делает. Так, так, так. Так-то молодец, но пока не вставишь. Вставлять приходится каждый день. Такое коротенькое видео у нас будет по погрузке. Так, дверь научился закрывать. Ну, когда раз 150 скажешь, что ее больше не купить, такую дверь, она начинает закрываться. Даже блокировка работает. Ага, два раза. Ну, сейчас третий раз побуксуем. Да, руль во все стороны. И ну, так до вечера, в принципе, можно. Теперь вперед. Что-то изменилось. Ну, сейчас попробуем. Да-да-да. Опа! Почти залез нам. Так, по приколу просто. Там без обиды, что я ему хочу что-то. Так, интересно, у меня памяти хватит. Чтобы три рулона заснять. Ага, перехватил маленько. Подальше. Не, не поднять за один раз. Вот. Говорю, тяжело гидравлики. Один раз подними как надо и все. И опять побуксуем.
меня уже просто нервов не хватает. Ладно. Пускай. О, опять, блядь. Один раз не поднять. Считать просто, сколько он его уже раз. Не, все равно. Вот, ну не лезет. Нет, ну нормально, все, что. Да. Ну все, сейчас уже встанет. Все-таки у меня не хватило терпения. Я запихал последний рулон. Нервы, нервы, нервы. Надо вечером полечить их. Да, Игорек? Ну что, нервы, нервы. Да. Первый раз, кстати, не получилось. А, прям на видео. Первый раз, да. Ну, у этих, сам понимаешь, у кого оно первый раз всегда так бывает, да? Ой, да, да, да.